В марте в расчетных центрах Челнов стало многолюдно. Именно сюда стекаются все жалобы на огромные счета за горячую воду. Каждый месяц увеличивается. Половина квартплаты, да? Вот она. Горячий отопление. Здесь действует очень это сильно. Бештану оставляете. В исполкоме объясняют, стоимость горячей воды формируется из цены холодной и того, сколько было потрачено на ее подогрев. В некоторых домах установлены бойлеры. Для этих жителей стоимость горячей воды ниже. Кроме того, как бы не парадоксально это звучало, но чем меньше воды потребляет дом, тем она дороже. Лить больше кипятка выгодно. Вечером потребление снижается, ну, на ночь, да, то есть, а вода все равно продолжает циркулировать по системе. И, соответственно, расход тепловой энергии идет, а потребления нет. И поэтому, как бы, это непосредственным образом влияет на стоимость. В том случае, если водоразбор хороший, то есть, если в доме хорошо потребляется горячая вода, то, соответственно, получается стоимость ее немного дешевле. Если жителей такие ответы не удовлетворяют, и они все-таки уверены, что стоимость горячей воды завышена, им советуют обращаться напрямую в управление ЖКХ города. Когда она переступает там границу больше, чем 200 рублей, необходимо обращаться прежде всего в управляющую компанию, чтобы она дала разъяснение. Если объяснение управляющей компании не устраивает, то можно обратиться в исполнительный комитет, то есть непосредственно к нам. То есть мы можем проверить и ведомости показаний приборов учета, то есть и запросить дополнительную информацию. Юлия Шабанова, Эльвира Ермакова, Петр Греков, эфир 24.